I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat around. Всем большой-большой привет, добро пожаловать на мой канал, рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня у нас будет с вами еженедельная уборка, покажу, какие дела по дому я делаю раз в неделю, и, в общем-то, это помогает мне поддерживать чистоту и порядок в своем доме. Ну и на случай, если YouTube заблокирую, хотя, честно, мое мнение... Я не думаю, что это произойдет, но мало ли, вы все равно спрашиваете. Поэтому в инфобоксе для вас оставлю свой телеграм-канал. Я там активно показываю, чем занимаюсь в течение дня, какие-то быстрые покупки. Я записываю там также небольшие видеоролики, уборка и так далее. Просто поболтать. У нас там такая очень какая-то домашняя вообще атмосфера, как подружки. Это абсолютно другой формат, это не как Инстаграм, это не как Ютуб, поэтому переходите. В общем, приглашаю вас в свой Телеграм-канал и оставлю ссылочку на свой сайт. Тоже можете там заскриншотить и так далее. Вдруг чего, там будет вся информация, ну и, конечно же, в Телеграм-канале. Ну а теперь переходим к уборке. Сегодня у нас с вами такие еженедельные дела, поэтому приступаем. Начинаю я со спальни, сейчас буду менять постельное белье, ну и сделаю быструю уборку. Постельное белье я меняю раз в неделю, но вот, например, наше постельное белье и детское постельное белье я меняю в разные дни. Иначе получается, что скапливается очень много стирки, поэтому я разделяю за раз три комплекта, перестирать, перегладить, высушить. Для меня так напряжно, поэтому делю. И очень часто у детей, у них одеяло синтепоновое, ненатуральный пух, перо и подушки такие же, на матрасник, поэтому частенько я у них тоже что-нибудь из этого стираю. Ну и, конечно же, прохожусь пылесосом по наматраснику. Пылинки, какие-то соринки, тот же самый пух, перо, все это замечательно пылесос собирает. У меня специальная отдельная насадка для текстиля, то есть я могу пропылесосить ей диван, кресло, на матрасник, иногда могу просто прям по простыне пройтись, там какие-то крошки от детей, от печенья остались, ели что-то такое, в общем, быстренько собрать, отдельная насадка идеально. Ну и освежаю кровать, протираю от пыли, изголовье, саму кровать, тумбочки, все вокруг. Вообще, вы знаете, почему я решила заняться такой уборкой? Я подумала, что все-таки я хозяйка своей жизни, я хозяйка своего и внутреннего состояния, эмоционального состояния, поэтому я хочу взять себя в руки, и мне всегда в этом очень помогает уборка, знаете, как вот психологически, так и... мне кажется, энергетически, потому что очень много за последнее время, мне кажется, это коснулось абсолютно всех, было очень плохой, негативной информации, много переживаний, тревог и так далее. Я, если честно, очень верю в энергию, потому что что это, как не энергия, которая вызывает в нас такие чувства и эмоции. Поэтому я хочу свой дом просто от этого почистить, и обычная уборка, вот такая, пропылесосить, влажная уборка, она замечательная, как просто переключает твои мозги, ну, по крайней мере, мои точно переключает. А также вот после уборки абсолютно другое настроение, состояние в доме. Я верю, что таким образом весь какой-то негатив, все какие-то не очень положительные эмоции, которые накопились у нас за это время, они тоже уходят. И вы знаете, хочу в этой связи поделиться с вами своими мыслями, потому что все равно по комментариям я понимаю, что много все равно напряженности, много тревоги у вас. Вы знаете, вот самое, что есть неправильное, что вы можете сделать во всей этой ситуации, это выдать те эмоции, которые от вас хотят получить. Для того, чтобы понять, какие от вас хотят получить эмоции, нужно, знаете, просто немножко сделать пару шагов назад, а для того, чтобы увидеть всю эту картину происходящего более объемно и со стороны. И тогда вы поймете, что стрессуя, переживая и так далее, вы даете именно то, что от вас хотят получить. Потому что
то, насколько быстро все изменяется, то, насколько быстро сейчас приходят разные новости, они просто не дают людям, вы знаете, ну как-то взять себя в руки и посмотреть на все происходящее так трезво и адекватно. Они продолжают держать нас в состоянии напряжения, что некоторые просто, мне кажется, с катушек уже слетают. И вот важно осознанно от всего от этого отказаться. Это моя точка зрения. В конце концов, там, как бы то, что должно быть, оно будет. Вот. А может быть, вообще и не будет. Может быть, то, что нам пытаются навязать, то, чем нас пытаются запугать, что будет так. А может быть, все будет по-другому. Возможно, если вы посмотрите на ситуацию со стороны, вы увидите ее абсурдность. Вот. А как раз-таки, когда человек в панике, когда вот стоит такой дым коромыслом и ничего не видно, как раз-таки мы совершаем те шаги и те поступки, которые от нас кому-то выгодно, понимаете, получить. Не знаю, поймете вы меня или нет, то, что я хочу до вас донести, но я пришла к такому выводу. Ну а теперь возвращаемся к уборке. Я уже помыла миску, наша Аннабель. Каждый день я просто споласкиваю миску, когда насыпаю корм, когда наливаю воду. Но вот так именно с подставкой все помыть я это делаю раз в неделю. Сейчас разбираю стол. Естественно, я, например, такие вещи не делаю раз в неделю, я делаю по мере необходимости. Ну, например, что-то скопилось, я вижу, нужно убрать, я убираю. Тут дети, в общем, играли, рисовали, притащили кучу игрушек, поэтому я все и разбираю. Пожалуйста, не воспринимайте все прям, знаете, настолько буквально, что если я говорю, что эти дела я делаю раз в неделю, например, если там, не знаю, просыпется что-то, молоко прольется, вещей целая гора скопится, что я просто буду принципиально ждать недели, к этому не подступлюсь, нет, конечно. Ну, просто, знаете, такой график для поддержания такого перманентного порядка и чистоты у меня такой. Софийка мне тут помогает. Сейчас, кстати, вам покажу, чем мы занимались вчера, и расскажу про нашего помощника умного Мишку. Про нашего умного Мишку я вам уже неоднократно рассказывала, он у нас живет, мне кажется, месяца уже, наверное, 4, и интерес детей, что Лиза, что София, к нему абсолютно не пропадает, потому что это умный Мишка, который растет, развивается вместе с вашим ребенком, там постоянно обновляется контент, появляются какие-то новые задания, новые сказки, новый распорядок дня. То есть действительно постоянно что-то новенькое, не то, что вы знаете, вот купили игрушку, у вас одно и то же, как заезженная пластинка. Что умеет этот Мишка? То все, он проводит буквально целый день с вашим ребенком, вы можете составлять свой распорядок дня, он может идти с ребенком чистить зубки, звать его на горшок, на обед, предложить почитать ему сказки, позаниматься, позвать на прогулку, сделать зарядку, в общем, много-много всего, его можно адаптировать к вашему распорядку дня, ребенок воспринимать это будет все в формате игры. Мы, например, вчера занимались, у нас были такие интерактивные занятия по математике и развитию речи, также там есть загадки все различные, задачи на логику. И ребенок воспринимает это не как вот занятие, да, а как какую-то игру, ему интересно, что же ему скажет Мишка, потому что занятий тоже очень много, он говорит разные интересные фразы, как-то все это так очень по-доброму, весело. Ребенок, вот Софик у меня вообще это не воспринимает как какие-то занятия, а приятное такое времяпрепровождение. Ой, я вспомнил такую увлекательную игру насчет... Не насчет чего, а просто насчет. Обожаю счет. Если пересчитать, сразу понятно, сколько у тебя, например, гостей будет на празднике или игрушек в коробке. Сразу порядок. Играть будем так. Я говорю число, например, 3, а тебе нужно посчитать от 1 до этого числа. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Давай же играть. 1, 2, 3. Так, тебе выпало посчитать до 6. Сможешь? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух ты, в
все числа на месте. Ты прекрасно считаешь. А ссылочку для вас в инфобоксе оставлю на умного Мишку. Действительно замечательная игрушка, которая растет с вашим ребенком. Очень классно, что производитель дает время на то, чтобы понять, подходит ли вам эта игрушка или нет. В течение месяца вы можете потестить умного Мишку, понять, произошел ли у Мишки с ребенком контакт, и в случае чего вы можете вернуть его назад, потому что игрушка не самая дешевая, но, повторюсь, если она понравится ребенку, это просто будет буквально лучшим другом. Возвращаемся в сегодняшний день, и мне осталось здесь только пропылесосить и помыть пол. Вообще, девчата, именно, знаете, чтобы еще так вот энергию почистить, ну как-то негатив есть убрать в доме, мне вот очень еще помогает свежий текстиль, не знаю, и свежие окна, помыть окна, перестирать занавески, покрывало, сменить постельное белье. Вот как-то это на другом уровне, немножко что ли освежает комнату, я думаю, со мной согласитесь, потому что шторы, покрывало, это у нас мы стираем гораздо реже, и тут больше всего копится. Вот поэтому, но мне, в принципе, такой уборки хватило, чтобы перезагрузиться, отвлечься и настроиться уже в конце концов на позитив. Все-таки мы с вами создаем погоду в доме, и мы должны быть в форме, девчата. Сейчас перехожу в ванную комнату. Раз в неделю я мою свои кисти, вот самые ходовые, мою раз в неделю. Кистями для глаз я пользуюсь очень редко, поэтому по мере того, как я использую, сразу их промываю. Также кисточка, которую я наношу тональную основу, я ее мою каждый день. Ну, из соображений гигиены. Помогает мне вот такая вот силиконовая губочка, которую вам показывала, что ее можно закидывать в стиральную машинку. И вот волосы, особенно если у вас есть домашние животные, шерсть, все это будет зацепляться за губку, а не оставаться или на стиральной машинке, или на одежде, все она будет хорошо собирать. Губка многофункциональная, кисточки с ней тоже мыть очень удобно. Также мою раз в неделю наши расчески. Сейчас у меня только здесь две, еще две внизу детские. Мою вот таким вот натуральным марсельским мылом. У него очень приятный аромат, подходит и для уборки, и для мытья посуды. Очень безопасный состав и для такой гигиены. Ежедневно, мне очень нравится его использовать. Я и мою на ежедневной основе и раковину, и ванну, и биде. Вот, раз в неделю я делаю такой же, как бы, дезинфицирующий уборка. А для просто поддержания чистоты и порядка его более чем достаточно. Расчески мою зубной щеткой, таким маленьким ёршиком, который удобно подлезает, прочищает все. Кто-то, я знаю, моет расчески в посудомоечной машине, вы мне советовали. Но, если честно, как-то я... Но психологически не могу расческу положить туда, где вот посуда. Потому что даже если я вижу волосы в раковине, мне это уже не, как бы, не нравится, а вот ставить посудомоечную машину вообще нет. Раз в неделю, вот повторюсь, делаю такую уже дезинфицирующую уборку. Взяла гель-белизну и при помощи жесткой металлизированной губки, но она абсолютно другая по ощущениям, если сравнивать с обычными металлическими губками, она ничего не царапает, и если есть какой-то известковый налет, все моментально убирает. Вот, используй вместе с гель-белизной, потому что если какие-то пятнышки получаются, образовываются, гель-белизна отлично убирает. У меня эта раковина, она не фаянсовая, как бы не керамика, мне кажется, здесь какой-то другой материал, и вот за известковый налет, еще, например, вот я сейчас кисти мыла, все это очень хорошо зацепляется, потом остаются пятна, поэтому раз в неделю гель белизной, ну или каким-то таким средством, который хорошо и отбеливает, и дезинфицирует, я мою абсолютно все в ванной комнате. Также раз в неделю в ванной комнате я протираю пыль и протираю такие самые ходовые полочки. Детская полка, где хранится у них зубные пасты, зубные щетки, наша полка. Но если где-то вижу какие-то пятнышки, потеки, то также быстро прохожусь. Не обязательно все, что будет в этом видео, делать в один день. Гораздо проще
по чуть-чуть в течение недели здесь что-то увидели, сделали, там что-то увидели, сделали. А дела быстрые, занимают пару минут, и знаете, вот в проброс мимоходом вы даже не обратите внимания. Раз в неделю мой наши электрические зубные щетки, посмотрите, вот как зубная паста скапливается, особенно на детских щетках, внизу тоже скапливается грязь, налет. Я-то все-таки вот почистила зубы, промываю, это вот зазор, да, между головкой зубной щетки и основанием, а детки-то нет, поэтому раз в неделю я поддерживаю гигиену наших зубных щеток. Также у меня есть ирригатор, ну где-то раз в 2 недели я пропускаю через него уксус, тоже прогоняю, чтобы вся эта система прочищалась. Также можно замочить зубные щетки в уксусе, но я не делаю, просто где-то раз в 2-3 месяца меняю вот эти вот насадки. Они, благо, продаются, я сразу покупаю побольше, чтобы там хватило где-то на полгода, и меняю по мере необходимости. Также раз в неделю я мою мусорные ведра. Мусорные ведра и на кухне, и в ванной, которые у нас и на втором этаже. Просто вот, например, я сейчас замочила с утра, там если что-то прилипло, какие-то подтеки есть, буквально постоит у меня это все с горячей водой 10 минут, и потом промываю, споласкиваю, все готово. Унитаз мою, гель белизну заливаю внутрь, и вот такими вот дезинфицирующими влажными салфетками от Lysol. Они мне вообще пришли на тестирование, на обзор, я скоро вам о них расскажу. Я не сторонник влажных салфеток в уборке, но так как эти салфетки разлагаются, их можно смывать в унитаз, они антибактериальные, поэтому я вот их сейчас использую с удовольствием, то есть никакого вреда экологии нет, я их смываю прямо в унитаз, и они так вот растворяются. Еще раз в неделю меняю я полотенца везде наши, перестирываю, и также коврики в ванной комнате раз в неделю освежаю, стираю. У меня коврики очень бюджетные, из IKEA, они, мне кажется, 60 рублей вообще стоят, поэтому я купила 2 набора, 2 комплекта, то есть, например, один убираю в стирку, а второй застилаю уже, да, в ванной комнате. Сейчас быстро пропылесошу здесь. Вы можете заметить, что у меня пылесос находится в ванной комнате. У нас просто она большая, есть место там хранить. Вообще это оказалось так удобно. Например, когда я помыла голову и укладываюсь, все равно волосы как бы падают, да, на пол. И я очень так приловчилась, голову посушила, раз, пылесос взяла, быстренько все пропылесосила, и эти волосы по всему дому не разносятся. Ну и мне остается сделать только влажную уборку, мою пол в спальне и в ванной комнате. Использую швабру Веледа. Мне кажется, вы уже все выучили, что это за швабра. Но в любом случае, на что вспомню, оставлю обязательно для вас ссылочки в инфобокс, чтобы вы могли посмотреть, что за продукты я использую, сколько они стоят и где их можно приобрести. А я двигаюсь дальше со своей еженедельной уборкой. Сейчас буду пылесосить нашу лестницу, ну и заодно помою. Тоже сейчас это делаю раз в неделю. Ну, чаще не вижу смысла, потому что не так много времени мы проводим дома. И когда сейчас уже монтирую видео, видите, как камера у меня стоит
сверху вниз смотрит, я заметила, что вот за этими балясинами скопилось огромное количество пыли, но когда вот, например, я просто мою пол, пылесошу, я этого не видела. Зато сейчас обратила внимание, вот в следующий раз обязательно вот в этих местах все протру, потому что именно балясины, перила, я это мою где-то раз в месяц. Ну а теперь я спустилась уже на первый этаж, и в формате вот такой еженедельной уборки я для себя выделяю здесь три зоны. Это прихожая, это кухня, что-то я здесь делаю раз в неделю, и это детская игровая. В игровой я просто раскладываю, заглядываю к ним в ящички, и игрушки, которые ну как-то перемешались, там неаккуратно все лежит, потому что мне главное, чтобы дети их просто убрали, а вот именно уже в самих ящиках, органайзерах я навожу порядок сама. Вот этому я уделяю внимание один раз в неделю, потому что какую бы идеальную систему хранения вы бы не выстроили, так или иначе поддерживать ее все равно периодически надо. Вот что-то требует регулярного поддержания, да, порядка, что-то требует, я не знаю, раз в месяц, раз в сезон и так далее. Вот в детской раз в неделю я... ну, просто вот разбираюсь в ящичках. И делаю это в разные дни, например, пропылесосила, помыла пол, протерла пыль, это один день, а вот уже в ящиках разобраться, это другой день. А часто просто, когда дети просят посидеть вместе с ними, они играют, им просто хочется, чтобы я вот тоже поприсутствовала. То есть они играют, я могу вот в это время тоже как-то с ними разговаривать и там ящик что-нибудь перебирать. Если говорить про кухню, то раз в неделю я прям тщательно мою столешницу, мою фасад, беру вот такую же вот металлическую губку, как вам показывала в ванной комнате, потому что если где-то прилипла еда, если где-то какие-то капельки жира, известковый налет, она замечательна без какой-либо химии, я использую просто жидкое мыло или средство для мытья посуды, она превосходно все это очищает. Когда я готовлю еду, там, допустим, что-то жарю, сразу вот по факту я стараюсь протереть. То есть закончила готовить, все вокруг протерла, чтобы это не накапливалось. Но что-то все равно могу пропустить, поэтому раз в неделю так более тщательно фартук и столешницу я промываю. Особенно вот этот уголок у плиты. Убираю здесь соль, масло, цветочек. Мне нравится присутствие декора. Но, конечно, это требует тоже, чтобы за ним следили, потому что тот же самый искусственный цветок может накапливать и жир, и пыль. Но все это очень легко убирается, он же искусственный, просто промыли в раковине. Вот я опять же использую жесткую губку, она моментально все-все-все смывает. Протираю полотенцем и возвращаю все на место. Вчера я заленилась сразу, как у меня убежала протереть плиту, поэтому сегодня, опять же, при помощи все той же самой губочки, если я, девочки, найду на нее ссылку, обязательно вам оставлю. Вот прям моя вам рекомендация, попробуйте ее, я думаю, вы останетесь от нее в восторге. Этой губки у меня уже, я не знаю, сколько месяцев, я ей пользуюсь с октября. И вот она просто как новенькая, никаких своих свойств не потеряла. Вот посчитайте, насколько долго мне ее хватило. Она, конечно, стоит в разы дороже, чем обычная металлическая губка, но и служить она вам будет гораздо дольше. Вот можно, например, ее использовать и в ванной, и на кухне, но единственное, только с умом, все-таки у всех разные покрытия, вы там сначала попробуйте, чтобы там у себя ничего не испортить. А с плитой я закончила и перехожу на противоположную сторону, здесь у меня стоит тостер, я его сейчас буду очистить. Тостером мы пользуемся практически каждый день, а то и не один раз на дню, поэтому крошек скапливается очень много. Я достала уже поддон, и сейчас вот таким вот маленьким ёршиком из всех отверстий, углублений достаю крошки хлеба.
и все это убираю. Также протираю чайник, баночки, которые находятся у меня на этой столешнице, фартук протираю. У меня, в общем, последовательность такая: сначала я мою плиту, потом вот эту противоположную сторону, ну и саму раковину, это логично, в самом конце, когда уборка на кухне уже закончена. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop and fall under your spell. Can't help myself. Я кофе не пью. Но зато я мою кофемашину. Вот, она уже в ужасном состоянии, я думаю, поэтому решила я ее полностью разобрать, вот сбоку достать. Я не знаю, что там такое, что это за установка. Она, видимо, жмых выплевывает, потому что поддон-то я регулярно мою, а вот эту штучку не мыла очень давно. Вот хочу тоже раз в неделю доставать все это, прополаскивать, потому что вот вымывать, как сейчас, это занимает много времени, посмотрите. Но это, я считаю, сказывается, в принципе, на работе техники. То есть она работает, наверное, уже на износ, когда за ней вот так вот не следишь. Поэтому сегодня я прям все хорошо-хорошо капитально здесь промыла до идеального состояния. И вот планирую раз в неделю быструю уборку в кофемашине тоже проводить. Показала, как можно раскручивающийся рулон бумаги зафиксировать, там, или туалетную бумагу красиво зафиксировать. Просто, если у вас из-под крана текла вода, перекладываем, и все готово. Ну, а сейчас я промываю уже сам поддон кофемашины, ну, и то, что у меня здесь осталось в раковине. Мой дозатор для моющего средства, а сами губки, моющие средства, таблетки для посудомоечной машины, какие-то ёршики, перчатки, у меня все хранится это в шкафу, он находится над раковиной, там все аккуратно убрано и спрятано от глаз, а на рабочей поверхности остался у меня только вот дозатор. У меня сейчас будет к вам вопрос, мне вот очень интересно, пожалуйста, не останьтесь равнодушным, напишите в комментариях, чего вы сейчас хотите, какого плана ролики вам бы хотелось смотреть. Возможно, вам хочется смотреть уборку, какую-нибудь переорганизацию, ну, потому что это вас отвлекает, как-то переключает и так далее. Возможно, вам хочется какого-то весеннего обновления, вдохновения, каких-то мастер-классов. Ну, знаете, вот как тоже настроиться на весну. Хочется свежести, легкости и так далее. Возможно, хочется каких-то влогов, рецептов. Я буду очень вам благодарна, потому что, ну, я понимаю, что эмоциональное состояние сейчас у многих людей изменилось. Возможно, и запросы меняются, поэтому хочется не просто выпускать видео, но и быть вам полезной, возможно, какой-то помощью, опорой в это непростое время. Поэтому я буду очень благодарна вам за обратную связь, если вы мне подскажете, поможете. Потому что вот лично меня сейчас очень-очень хорошо отвлекает, занимает и переключает уборка, что-то переорганизовать, разложить. Но вот такая, конечно, солнечная погода, не знаю, душа требует тоже чего-то нового, какой-то свежести весенней, возможно, что-то посадить, пересадить, что-то обновить, освежить. В общем, я буду ждать вас в комментариях. Ну или можно писать в телеграм-канал, я тоже там устрою опрос.
Вот, там мы вообще можем с вами все это обсудить, потому что на вопросы в формате телеграм-канала, конечно, отвечать гораздо удобнее, могу прислать фотографию, могу прислать ссылку, могу видео, могу голосовым быстренько ответить, все-таки у Ютуба функционал именно такого вот, знаете, общения, он ограничен. Я взяла тряпочку от Веледа, Active Fiber, и сейчас вот раз в неделю я где-то это делаю, но иногда, знаете, просто вижу, глаз зацепится, по мере необходимости протираю холодильник, духовку, микроволновку. Вот эта тряпочка без каких-либо вспомогательных средств просто идеально отмывает. Смочили водой, вот даже на духовке вы сейчас можете заметить, здесь прям видны какие-то пятнышки, потеки, идеально она все это убирает, ну и раз в неделю мою фасады, тоже просто беру вот эту вот влажную тряпочку и фасады прохожусь, обновляю, освежаю. Так как на кухне возилась с кофе, поэтому решила быстренько помыть здесь пол и уже пойду в прихожую, буду там наводить порядок. В прихожей раз в неделю я разбираю какие-то сумки, папки, то, что в общем мы приносим, пакеты, то, что может там стоять у нас на тумбе, и разбираю детские вещи, шапки, шарфы, перчатки, какую-то одежду, такую, знаете, вот поддевку, там флисовую, термобелье, все это аккуратненько раскладываю по местам и убираю обратно в ящик. А на этой неделе вообще у нас стало очень тепло, дети тут подоставали уже весенние шапки, шарфики, но сейчас у нас минус 19 завернуло, поэтому я убираю все назад. Ну и, конечно же, наполняю опустевшие баночки, муку наполнила уже, и сейчас контейнеры с макаронами, с рисом, с сахаром, тоже все закладываю, что требуется. Мусор убираю, покажу, кстати, где спрашивали про сортировку мусора, и я так и продолжаю сортировать. Вот, например, когда ты разбираешь такую закупку, ну или просто после магазина, пластикового мусора очень много, прям даже вот, когда ты видишь его объем, прям страшно становится, сколько же всего мы это закапываем в землю. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, подняло настроение, вы провели эти 30 минут приятной компании. Огромнейшее спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ну, конечно же, поддерживайте меня пальчиком вверх. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! I'm telling you.